Всем привет, я Артур Решетов, и это ТОП ШОУ НЮЗ, все самое интересное в мире шоу-бизнеса. Анна Седокова появилась на престижном мероприятии в весьма провокационном наряде. Однако многим поклонникам платье показалось излишне откровенным. Об этом более подробно прямо сейчас. Накануне 16 апреля в столичном концертном зале «Известия Холл» состоялось награждение премии «Самые стильные в России», учрежденное журналом Светланы Бондарчук «Hello». На мероприятии отметилось множество отечественных знаменитостей. Продюсер Яна Рудковская, актриса Ирина Безрукова, телеведущая Юлия Барановская, журналистка и блогер Бажена Рынска и многие другие. Отмечу, что самой стильной была признана телеведущая, общественный деятель, кандидат в президенты Ксения Собчак. Для выхода в свет гламурная блондинка выбрала синее платье в пол по фигуре. Завершали образ уложенные волнами волосы и красная помада. Однако самым ярким нарядом отметилась певица Анна Седокова. Бывшая участница золотого состава группы «Виагра» появилась на красной дорожке в платье красно-коричневого бордового оттенка. Причем ткань оказалась абсолютно прозрачной, демонстрирующей аппетитные изгибы фигуры популярной исполнительницы. Впрочем, все интимные места прикрывал плотный купальник. В сети уже прокомментировали неоднозначный наряд Анны Седоковой. Если одни похвалили артистку за смелость, другие раскритиковали ее в пух и прах. Седокова полновата для такой юбки. Зачем так оголяться, но не пришла еще форму после рождения сына? Стоит голая она, а стыдно мне. Седокова прям фу, не к месту и уже не к телу. Самая стильная мама пришла в трусах и занавеске. На этом у меня все. Ставь лайк и не забудь подписаться на мой канал, а также жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И будь в курсе всего самого интересного в мире шоу-бизнеса. Пока!